Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, дамы и господа, сегодня будет историческая херня, потому что сегодня я буду покупать фулбаты за 115 миллионов рублей. Очень классные фулбаты. Эти номера я буду ставить именно на BMW M5 E60. Ну, на какую еще тачку их поставить, пацаны? Только на Бэху надо ставить. Но проблемка есть то, что я не могу эти номера продать, они никому не нужны. Поэтому сейчас нужно найти рыжика, которому можно эти номера просто подарить. Как бы, если я поставлю сюда другие номера, они улетят просто в никуда. Я не хочу, чтобы они пропадали, поэтому давайте сейчас найдем рыжика и подарим ему именно эти номера на его машину. Так, я нашел пацанчика. Ну, он, конечно, не бомжик, но как бы он не сильно богат, у него 14 уровень. Все, пусть он забирает номера себе. Вот, можете посмотреть, у меня 115 миллионов. Я сейчас просто все свои деньги отдам за номера. Так, Александр Империо. Вот это он, получается. 59 ID, Джет Хэре, 59. Он мне номера продает, короче. Номера вообще бомба просто. Бомба. 3 икса, 3 восьмерки. Понимаете, просто? 3 икса, 3 восьмерки. И сейчас они полетят на бэшечку просто. Я еще потом хочу купить номера, но буду на них копить. На стримах, скорее всего. Поэтому там ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Будем, короче, копить на фулблаты. Как бы я вам чуть позже объясню, почему вообще фулблаты такие дорогие. Так, 3 икса, пацаны, 3 восьмерки просто. Это просто пиздец. 727. Давайте я еще заскриню. Бля, это охуенно просто, пацаны. Покупаем. На нахуй. На нахуй. Минус 115 лямов. Минус просто 115 лямов. Все просто по красоте, пацаны. Иксы восьмерки, блядь. Я просто доволен, как не знаю кто. Реально. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это номера просто. Ё-моё. Еще есть 3О, 3 восьмерки. Я бы тоже хотел их купить. Но они стоят примерно столько же где-то. Ну где-то сотка, 100%. 3О, 3 восьмерки стоят. Но я даже не знаю, какие номера мне больше нравятся. 3О, 3 восьмерки или иксы восьмерки. Ну просто 3О, 3 восьмерки я не нашел владельца. Точнее, я знаю владельца, но он не в игре. Поэтому я решил взять иксы восьмерки. Просто я не уверен, что пацан продает 3О, 3 восьмерки. Ну будем копить бабочки и покупать фулбаты с восьмерками, в принципе. Потому что я люблю восьмерочки, вы это прекрасно знаете. Давайте я вам теперь расскажу, почему они такие дорогие. Почему фулбаты такие дорогие на родине? Да потому что их никак нельзя купить. Именно за донат, например. Вот эти номера фублаты, которые есть, это все номера выбиты рандомно. То есть это рандомные номера, понимаете? Купить за донат никак нельзя. И на родине очень мало фублат номеров. Да, я знаю, там у пацана есть 3-3 шестерки, 3-3 восьмерки, 3-3 единицы. Но их не так уж и много, как бы, этих фублатов. То есть там, допустим, АМР 3 единицы вы не найдете. То есть, как бы, фублаты они есть, но их очень мало, и ты не сможешь себе купить любой фублат, даже если у тебя есть дохуища денег, потому что на проекте нету всех фублатов. То есть нету АМР единицы с единиц до девяток. Нету 3О 3 единицы до девяток. То есть, ну, то есть вы не сможете купить любой фулблат, какой захотите, потому что его не будет на серваке. Вот, допустим, вы захотите там вор семерки, да? Но их нет на серваке, вы их не купите никак вообще. И поэтому номера так ценятся на родине, как бы. 3 икса, 3 восьмерочки я себе приобрел. У меня осталось 3 машины. Я продал очень много всего. Я, получается, продал Ламбу, Субару и продал Сливу. Сейчас я вам это покажу, в принципе, вот, у меня 3 тачки осталось, и все. Сейчас я вам скрины еще вставлю, как я это все продавал. Я тупо за час продал все, что надо было, чтобы мне хватило денег. Да, я бы мог купить дом, я бы мог купить бизнес, но мне это не надо, пацаны. Потому что, ну, как бы, я бывает не захожу неделю, я на работе просто могу тупо всю неделю работать и не заходить на родину. Потому что ты работаешь, допустим, там, с 6 утра до, получается, там, 7 вечера, приехал, покупался, пахал, лег спать, все. Тебе там поиграть даже особо не хочется. Покупать бизнес для меня это очень рискованно, потому что он может слететь. Нанимать заместителя тоже такое себе. Дом, как бы, я продал за 60 лямов, но он мне не нужен. Он мне не нужен, дом. У меня есть квартира в этого, и мне этого с головой хватает. Машину какую-то эксклюзивную покупать. Зачем? У меня есть тачки нормальные. У меня есть Бэха, у меня есть Гелик, у меня есть Тесла. Мне этих машин тоже достаточно, как бы. Покупать там какую-то акулу за 100 миллионов, нахуй оно надо, пацаны. Лучше купить фублат и просто и радоваться. Да, на родине номера не так ценятся, как, допустим, на других
проектах, как, допустим, на Амазинге. Чтобы вы понимали, вот на Амазинге я максимум там номера тратил, сколько? 60 лямов, по-моему, я максимум на номера тратил. А здесь тупо на родине сходу 115 лямов за фублат отдал, понимаете? Ну, я думаю, оно того стоит, потому что номера реально очень классные, и они мне очень сильно нравятся. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.